Знайомтесь, сьогодні у рубриці «Спорт у місті Н» представники Миколаївського воркаут – Віталій Гуменний та Сергій Голівець. Здравствуйте, мене звати Віталій. Віталій Гуменний – лідер Миколаївського воркаут, член збірної команди України з воркаут, володар світових рекордів з підтягування на турніку з додатковою вагою 32 кілограми. Будучи лідером нового молодіжного руху в Миколаєві, всіляко мотивує молодь на заняття спортом і веде пропаганду здорового способу життя. Мріє відзняти свій власний фільм та вивчає іноземні мови. Мене звати Сергій. Сергій Голівець – тренер з воркаут та воркаут стайл. Вегетаріанець, пропагує здоровий спосіб життя. Улюблена книга «Як народити Бога». Мріє створити масштабний фітнес-центр, де можна було б зібрати усі спортивні напрямки по всій Україні. Стрит-воркаут, чтобы вы понимали, это уличная тренировка в переводе, если с английского переводить. Это подтягивание, отжимания на брусьях, отжимания от пола, выполнение различных силовых упражнений в любых условиях. Это может быть на улице, это может быть выполнено в зале, это может выполнено быть на любом заборе. То есть воркаут еще крут тем, что это свобода. Полная свобода, то есть ты можешь выдумать свой стиль, свои элементы, показать все, что угодно, все, что есть у тебя внутри, ты можешь воплотить это в реальность с помощью стрит-воркаута. Мы покажем также упрощенные варианты, потому как не все сразу же смогут отжиматься или подтягиваться, мы покажем упрощенные варианты этого всего. Сегодня мы вам покажем такие базовые стандартные упражнения из воркаута, как подтягивание на турнике, узкий, широкий хват, отжимания на брусьях, на грудь, на трицепс, отжимания от пола, с уклоном вперед, назад. И сегодня мы продемонстрируем, как правильно нужно выполнять и как нужно выполнять его точно. Первое, то, что мы сейчас покажем, это будет отжимание на брусьях обычным хватом, разгибание сустава полностью. Это упражнение мы выполняем, те люди выполняют, которые уже более высокий уровень, которые могут выполнять без дополнительной помощи, это резина или партнер. То есть мы разгибаем локоть и внизу опускаемся 90 градусов. Сейчас вы видите упражнение, которое выполняется с дополнительной помощью, это резина. Вы приспосабливаете резину, которая помогает вам отжиматься на брусьях. Делаем чисто, красиво, с ровным телом. У людей, у которых нет резины, мы можем делать с дополнительной помощью напарника. То есть напарник отталкивается от моих рук. Сейчас вы можете наблюдать подтягивание обычным хватом на турнике, разгибание полностью сустава. Это для тех людей, которые уже более средний уровень подготовки воркаута. Следующая вариация подтягивания на турнике – это с резиной. Это для начинающего уровня, тот, кто не может абсолютно подтягиваться. Все так же самое. Распрямляем полностью сустав. Ваш подворот находится выше турника. Мы не спешим и нарабатываем свой опыт, чтобы делать без резины. Еще есть вариация подтягивания не только обычным хватом, а еще и широким и узким. Вот таким образом. Широкий хват. Есть еще узкий хват, который прорабатывает середину спины. Середину спины. Сейчас мы вам покажем отжимание от пола обычным стандартным хватом. Локоть разгибается полностью, грудью мы касаемся пола. Сейчас вы можете наблюдать отжимание узким хватом. Опять же, локоть разгибается полностью, грудью мы касаемся своих рук. Туловище ровное, попа не провисает. Сейчас вы можете наблюдать отжимание широким хватом. Все то же самое, туловище мы держим ровно, грудью мы касаемся пола, локти мы отводим в стороны. Стрит-воркаутом можно заниматься, еще раз повторюсь, везде. Можно, допустим, отжиматься, опять же, не от пола, да, взять два камня, поставить их там на ширине плеч или шире, отжиматься от них. Или взять трубу, так же самое на трубу. Да. Хват поменяется, но все равно будет другая нагрузка, чем просто обычными ладонями на полу. Тоже вариаций много. Самое главное – это где угодно, когда угодно и на чем угодно. Это абсолютно везде. Стоишь ли ты на остановке, идешь ли ты в школу, сидишь ли ты в школе, у тебя перемена. Везде, только желание. После первой тренировки у вас, возможно, будет небольшая крепатура, так как вы первый раз это пробуете. И это работа в основном, вы работаете в основном турники брусья, это вы работаете с суставом.
То есть у вас, возможно, будет небольшая крепатура. То есть для этого, соответственно, нужно питание и отдых. Не пугайтесь сразу же, это естественно. В следующей передаче мы покажем более усложненный вариант тренировки уже, скажем так, среднего уровня спортсмена, атлета. До скорых встреч, друзья!